Друзья, цена зависит от места расположения недвижимости. В Алании очень важно, на самом деле, от чего зависит цена. Цена зависит от этажа, от вида, от места расположения, от инфраструктуры, от качества, друзья. Поэтому очень важно, как-то вы деньги оплачиваете. За что? Для чего? Какое место расположения? Это очень важно. Первая линия, другая цена. Третья линия, другая цена. И седьмая линия, совсем другая цена. Вторичное жилье, другая цена. Как-то первичный, совсем другая цена, друзья. Так что, поэтому вы не удивляйтесь. Как-то в одном районе даже можно найти всегда два дома, два разных комплекса, которые рядом, совсем разные цены. Всегда можно найти, потому что цена зависит от качества, от места расположения. Так что, друзья, всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. С вами город Алания, район. Какой район? Район Махмутлар, на первой линии находимся вместе с вами. Первая линия, друзья. Сразу через балкон вы можете упасть на море, друзья, на пляже. Правильно? Или перекат? Спуститься лучше. Спуститься. Не упасть. Спуститься через балкон на пляже, на Средиземное море, друзья. Сейчас с вами будет вот эта красота. Элитный комплекс. Новый, свежий, действительно очень красивый комплекс, богатая инфраструктура. Есть скрытый бассейн, открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал и огромный большой бассейн. Вот такой еще беседка тоже есть. Есть горки и есть еще охрана 24 часа, есть парковочное место, друзья. Очень хорошо. Место расположения, в самом деле, друзья, я вам хочу сказать, именно вот такой комплекс уже практически в Алании нету, потому что на первой линии пустой земельный участок уже, к сожалению, нету. На первой линии именно вот балкон, море, море, балкон, такого уже, к сожалению, нету, не осталось. Такой элитный комплекс найти тяжело, друзья. Если вам интересно, под видео есть наши контакты, пишите, звоните, мы можем вам через WhatsApp онлайн снимать и отправить, друзья, если что, конечно. Так что, друзья, именно этот комплекс мне очень нравится. Почему вы знаете, друзья? Потому что качество и место расположения очень хорошо совпадает. Рядом есть продуктовый магазин «Микрос». Рядом есть кафе, ресторан и есть пекарня, есть очень хорошо, еще турецкий базар есть рядом. Каждую субботу отсюда недалеко вы можете купить для себя натуральные, свежие аланские овощи, фрукты, друзья. Так что давайте теперь, если у вас какие-то вопросы нету, до сих пор можем подниматься, посмотреть. Здесь осталось несколько квартир, уже нету, просто нету. Очень много людей купили, довольны, счастливы, живут сейчас. Нету больше, несколько квартир есть, больше нету, к сожалению. Так что давайте поднимаемся, посмотрим наши сегодняшние красота. Вот, за что вы оплачиваете недвижимость, за что покупаете. Вот это вид, друзья. Цена зависит от вида, от этажа, именно в городе Алания. Если первая линия, совсем другая цена. Если вторая линия, совсем другая цена. Если первый этаж, другая цена. На 10 этаже, совсем другая цена. Но сейчас мы вместе с вами находимся на 11 этаже. Вот такой вид. Вид на Средиземное море, через подземный переход сразу вы попадете на пляже. Очень хороший пляж, очень красивый, уютный пляж. Вот шезлонг, видите, люди загорают, отдыхают, наслаждаются, друзья. Так что
55 квадратный метр, 1 плюс 1. И вот такой большой балкон, друзья. Ваш вид никогда не закрывается. Вот это вид. Вид на крепость. Аланинский крепость. Вид на море, друзья. Конечно, еще... Что есть аппарат здесь? Отличная инфраструктура. Инфраструктура. Еще качество. Качество. Еще качество. В самом деле, друзья, очень качество здесь. Поэтому я хотел именно сегодня этот проект с вами поделиться. Молодец, турки, да? Хорошо строит. Молодец, турки. Наши застройщики молодец. Умеет строить, умеет инфраструктуру делать, умеет продавать. Так что вот это все выходит в стоимость без мебели, без бытовой техники. Но у нас без ремонта не продаются. Не продаются без ремонта, друзья. У нас вот в таком виде продаются. У вас есть, да? Без ремонта продаются. Да, просто голые стены, просто. Как? Потом еще ремонтом занимается. А потом сам деньги. Да. Вот у нас столько мебель надо, бытовая техника надо купить. Вот это все выходит в стоимость, друзья. Здесь место духовка, кладовка. Вот это все место холодильник. Вот это место холодильник. И место... посудомоечная машина, и здесь главный выход. Вот здесь и есть еще теплые полы здесь. Так что здесь санузел и душевая кабина. И здесь есть вот такой шкаф, большой длинный шкаф. Можно назад идти, чтобы... Кондиционер тоже есть, да, она выходит в стоимость, по-любому видно. Как видите, она так продается, друзья. Очень качество, в самом деле, друзья. Вот, надо потрогать, почувствовать. Как-то даже люди женятся, друг друга потрогают, потом женятся, да? Ну, так заведено у нас. Да, поэтому надо потрогать. Это не недвижимость, это не картошка. Как-то вот это надо все почувствовать. Здесь тоже кондиционер есть, и здесь тоже... выход есть на балкон, друзья. Так что огромный большой дверь. Вот так. Так что, друзья, два выхода есть. Через спальную комнату и через зал тоже выход есть. С вами был город Аланья, друзья, и район Махмутлар. С вами был и компания Арбатомс, которая 15 лет на рынке недвижимости с вами занимается, друзья, и занимаемся. Люблю эту работу. Люблю именно вам показывать, рассказывать свои родина, Турция, друзья. Турция действительно интересная страна. Турция богатая история здесь есть. Богатая природа, друзья. Альтернативы нету. Турция это уникальная страна. В самом деле, друзья, Аланья тоже уникальный город. И компания Арбатомс тоже уникальная компания, правда, оператор? И, да, 15 лет вместе с вами развиваемся. Компания тоже уникальная, у нас все уникальное в самом деле, друзья. Так что, если вам интересно именно этот проект, можете к нам обращаться под видео. Есть наши контакты, пишите, звоните. Я вас люблю, уважаю, друзья. Дарите себе море. Солнце, свежий воздух и натуральные овощи и фрукты. Пока!